Всем привет, ребят, с вами Карина, и добро пожаловать в The Sims 4. Сегодняшнее видео опять посвящено вчерашнему обновлению нашей любимой игры. И я хотела бы сказать, что, оказывается, вчера была добавлена еще одна возможность, которую, походу, специально не упомянули в списке изменений. В некоторых мирах теперь можно заходить в воду на разную глубину. Всего у нас есть 4 таких мира. Это Willow Creek, Magnolia Promenade, Oasis Springs и Винденбург. И начинаем мы с вами с парка «Цветущая магнолия» Willow Creek. Здесь наш персонаж может заходить в воду по колено. Итак, давайте посмотрим. Вот здесь у нас есть такой пляжик, если можно его так назвать. И, конечно же, есть какая-то речушка, видимо. Ну и давайте проверим, что же у нас и как. Я так понимаю, что происходит новое действие. Да, оно называется «Идти вброд сюда». Давайте посмотрим. Кстати говоря, если я не ошибаюсь, то когда ваш сим побежит к воде, он не будет переодеваться в купальный костюм, он будет находиться в той одежде, в которой он и был. Это если я не ошибаюсь, потому что я ее уже специально переодела. Мы потом сможем с вами это проверить. Поэтому давайте мы сейчас посмотрим, как же это все у нас выглядит. Итак... Да, действительно, наш персонаж зашел по колени в воду, и это выглядит круто, интересно. Я все-таки думаю, что в будущем появится возможность полностью поплавать в этом мире. Хотя, не знаю, еще какая-то глубина, по-моему, на самом деле небольшая. Так, по-моему, нас не пускают вниз, да, посмотреть под воду. Ну ладно, не суть. Ну хорошо, в общем-то, так вот эта анимация выглядит в этом мире. Кстати, да, анимация у нас новая, давайте посмотрим. Вот, ну интересно, конечно, выглядит, правда, у нее нога немножко сквозь текстуры прошла, но это ничего страшного. И наш следующий мир — это Magnolia Promenade. Давайте отправляться. Ну что, вот мы с вами и прибыли в новый город, и давайте посмотрим, что же у нас с вами будет здесь. Я нашла это местечко, в котором можно спуститься в воду, и давайте посмотрим. Если верить описанию, так сказать, то здесь можно зайти в воду по пояс. Ну давайте проверим, как же у нас это будет выглядеть. И да, мы действительно зашли по пояс, только на самом деле здесь как-то это очень странно, потому что здесь какой-то очень резкий склон вниз, и как бы здесь легко упасть, и вообще персонаж как-то стоит там странно. Ну ладно, мы пока что на это не обращаем внимания, потому что, если не ошибаюсь, разработчики сказали, что это только, ну, так сказать, первая стадия тестирования такой вот функции новой, поэтому понятное дело, что могут быть какие-то недочеты. То же самое было, когда сняли видео сказ про русалок, и там хвост проходил сквозь текстуру, они же это исправили, правильно? Я думаю, то, что такую функцию тоже пофиксит, если в будущем она еще у нас вообще останется. Ого, она даже немножечко по шею зашла только что. Ну, в общем-то, хорошо, да, получается, здесь и вправду можно зайти по пояс. Выглядит, конечно, прикольно. Следующий наш город — это Oasis Springs. Там можно зайти в воду по щиколотку. Давайте отправимся. Ну что, ребятки, теперь давайте посмотрим, как будет выглядеть все это дело в городе Oasis Springs. Я нашла то самое место, где можно наконец-то идти вброд сюда, потому что я искала это место, наверное, минут 10. Я действительно не понимала, где можно окунуться, так сказать, помочить ножки, потому что я, наверное, участков 5 посетила и не могла найти место, где все-таки можно это дело проверить. Но наконец-то я это нашла место. И давайте посмотрим, что же нас с вами здесь ждет. Итак, ну что, да, действительно, мы с вами даже не по щиколотку зашли, а по колено, если что так. Ну, в общем-то, как и так, наверное, либо это я куда-то тут нажала, что мы так сломали немножечко систему, либо это просто неправильное описание, и действительно мы заходим не по щиколотку, а по колено. Хорошо. И, в общем-то, у нас с вами остается последний участок. Последний город, это у нас Винденбург, и там тоже написано, что можно зайти в воду по щиколотку, поэтому давайте переместимся и посмотрим. Вот и прибыли мы с вами в солнечный Винденбург, и как я понимаю, здесь действительно можно зайти в воду только по щиколотку, потому что, хотя, на самом деле я не знаю, потому что, как вы видите, здесь нету действия идти вброд сюда, здесь есть только действие идти сюда, и при нажатии на него, как бы, наш персонаж все равно заходит в воду, и вот максимум действительно по щиколотку. То есть получается как-то так. Нет, ну, в принципе, неплохо, да, хорошо, главное, что он заходит, но только непонятно, почему здесь именно действие идти сюда, а не идти вброд сюда. Ну, понятно. Ну, ладно, может, я просто как бы не туда нажимаю, не на том месте. Но здесь вроде бы больше нигде и нельзя так
потыкать, так сказать. Вроде бы это все. Вроде бы, да, больше мест нет, как вы видите. Просто пока что не особо понятно, где можно окунуться, где нельзя, помочить ножки и так далее. Вот, ну и в принципе, я думаю, то, что на этом мы с вами будем заканчивать. Вот такая вот у нас новая и довольно-таки интересная функция появилась. Если она вам тоже понравилась, то вы можете поставить лайк, подписаться на мой канал, оставить комментарий. Ну а с вами была Карина, всем удачи, до новых встреч. Всем пока, ребят.